Телерадиоканал «Страна-ФМ» и Департамент культуры города Москвы представляют в честь 870-летия столицы и дня рождения телерадиоканала «Страна-ФМ» масштабный фестиваль «Добрая Москва». Мы ждем вас 10 сентября на Цветном бульваре на большом праздничном концерте с участием известных и любимых артистов. Группа «Пицца», «Джиган», «Эмма М», «Две Маши», группа «Джанго», «Юта», «Базиль», Людмила Соколова, Маркус Рива, Настасья, Доминик Джокер и Катя Кокорина, Лигалайз, Алина Гроссу, Сагдиана, Алекс Малиновский, Элина Чага и многие другие. Отметим день рождения столицы и телерадиоканала «Страна-ФМ» вместе. 10 сентября. Цветной бульвар. Встречаемся в 15:30. Категория 0+.